Всем привет! Добрый день! Рассказываю. Я с мокрой головой, как обычно. У меня вообще такой прикол. Я с утра, во-первых, прогулка в 7 утра с собаками безумно бодрит, реально. Я так хотела спать, я так не выспалась, но, ну, как обычно, да, вы меня знаете. Но я пошла в 7 утра гулять с собаками. Гуляли долго, потому что я ждала, пока Кайла сделает все свои дела. Потому что Ева их делает быстро, Кайла, смотрю, нет. Не всегда. И ко мне, не ко мне, девочку жду. Ладно, сейчас я встречусь с девчонкой. Я хочу ей отдать ее заказ. Хочет понюхать. И вернусь к вам. Ну все, парфюмчик понравился. Девчонка забрала свой заказ. Просто заказывала вслепую, знаете, только доверившись моему вкусу. И очень понравился, да. Но этот не может не понравиться. Это просто. Те, кто заказывал у меня Зету на расстоянии, знаете, просто доверившись моему вкусу, ну, понюхать не могут нигде, послушать. И они просто заказывали, и просто всем зашло. Супер. Ну, а так, в принципе, вот целый чемодан ароматов. Выбирай любой. Я покажу вам сегодня. Короче, сегодня давайте по порядку. Я не снимала влог целенаправленно. Макс пошел в садик не очень хорошо. И мы с ним договорились снова, мы до сна. Я так думаю, нам надо просто взять это за систему, что мы в саду не спим. Просто мы ходим до обеда, все занятия утром, логопед, всякие развивашки, подготовки, там, буковки. Все это утром. И прогулка тоже, да. Завтрак, обед. И потом, в принципе, они только спят и играют. Ну, зачем насиловать, тем более мне никуда не надо, да? Да, я тоже так считаю. Поэтому всю неделю мы будем ходить до сна. Посмотрим. Он, знаете, он как бы пошел. Во-первых, 2 недели перерыв. Пошел не очень хорошо. Мы с ним договорились. Потом он увидел новую воспитательницу. Вообще начал плакать. Не хотел. Но мне понравилась реакция воспитателя. Она тоже его видит первый раз. Она так села на корточки к ребенку пониже. Она так ласково с ним говорит. Она его на ручки посадила, и он пошел. Знаете, вот ребенок прочувствовал, да, он там не брыкался, ничего. Она его так ласково обняла, там что-то ему заговорила его. Ну, ей пошла. Вот, я еще постояла, так послушала. Все спокойно, все тихо. Но до сна, да. И теперь у меня очень короткий промежуток дня. До 12 я должна успеть все. Нет, конечно, не все. Но сегодня, я говорю, меня просто взбодрила прогулка с собаками. Я пришла, такая, все, спать не хочу, давай, всех отвезла, приезжаю, давай дома делать дела. Мне приехала посылка Чоган, заказ парфюм. Я его весь разобрала, со всеми списалась, все, договорились и так далее. Потом я поработала, у меня были некоторые важные дела, которые я должна была сделать именно сегодня. Потом я поменяла постельное белье. Господи, этот новый наш сатин, который я в Инстаграме показывала, это что-то с чем-то. Ну, это просто. Это балдеж, девочки и мальчики. Рекомендую. Короче, естественно, по дому, куча дел, туда-сюда, покормить животных. Сами все понимаете. И я потом поняла, что в какой-то момент я кофе хочу попить, вторую чашечку свою. И я не, ну, я как бы не успеваю. Все, мне некогда даже попить кофе. Потом думаю, про кофе я уже забыла. Пошла в ванну. Думаю, окей, надо расслабиться, полежу в ванне, помою голову, помоюсь. И в ванне я смотрю на часы, на телефон. А мне через полчаса выходить в садик. Я думаю, зашибись, я понаслаждалась в ванне, полежала. Быстро вымылась, вышла, и вот я. Вот. Хорошо, успела лицо кремом намазать, и все. И все. Поэтому мокрая вся, еду. Надушилась новым. Заказала себе, который Killian Good Girl Gone Bad, да? Обалденный, суперский. Я его знаю, с ним была знакома. У Моники был оригинал, и Чоган. И мы сравнивали, и у меня прям даже ассоциации, знаете. Я помню, на Монике он так хорошо был, и мне захотелось этой осенью тоже его.
И еще нам сегодня пришла интересная посылочка с интересного сайта. Я очень хочу заснять распаковку для вас, для ТикТока, для Инстаграма. Короче, дел сегодня. Уж что значит большая собака, да? И прогулка с утра. В общем, рекомендую. Заводите собаку. Товарищи, мы уже дома. Не хватает света, да? Короче, и вот этот еще включи. Просто, ну, на улице так серо, и дома не хватает света. А мы уже с детьми дома. Сними куртку дома, жарко. Не трогай. Будем сейчас спокойно все показывать. Приехал Кирилл с Риги, это первое. Второе, привез посылку, которая мне сегодня пришла. Сделали заказ, два даже заказа на сайте Temu. Возможно, уже слышали. Это такой местный, европейский, не знаю, Алиэкспресс. Ну, короче, типа Шейна, типа Алиэкспресса, да, что-то из этой серии. Я сделала заказы, я сначала боялась, потом смотрела разные отзывы, что все хорошо, все приходит, все нормально. Потом, когда я уже сделала два заказа, мне попалось видео, что это все развод. Я переживала, приду посылки или нет. Они не были большими. Там одно на 15 евро, второе на 20 евро, что-то такое. Но как бы два разных дня было, пришло очень быстро. Не помню, какого числа, попозже посмотрю. Короче, сейчас что у нас? Распаковка чья? Какой сегодня ноября? Шестое. Вот в конце прям октября я где-то сделала какого-то числа. Все пришло, и пришло два заказа в одной посылке. Сейчас мы вам будем все показывать. Была очень маленькая, а здесь очень всего да. много, кстати. Так, у нас распаковки присоединился даже папа. Да. И папа. Я все вам показываю. Так. Кайлу-то убери хотя бы. Темно и так. Первое, это колготки по линии. Смотри, какие красивые. Потяни их, пожалуйста. Я взяла очень большой размер, но я сомневаюсь. Если ну, мне кажется, маловато будет. Тянутся нормально. Ну, ладно, хорошо, если что, будет. Отдадим кому-то. Mm-hmm. Ну, как бы, стоило все копейки. Давай, клади туда. Дальше. Так, что еще? Это мне носочки. Я заказала, они, видите, они не белые, они такие... Шампанского. Да, шампанского. Простые, тоненькие. Я, если честно, хотела еще тоньше, но по фотографии очень сложно понять, как бы, ну, материал, да? В общем, пригодятся. Смотри, какие. Я себе заказала банты. Это очень прикольно. Заколка это? Да, это такая заколка. Вот такой шампанского цвета. И погладить, да, надо? И черный. Это буду вот так на волосы нацеплять, ходить. Вот так, это, знаешь, ну просто надо было до бесплатной доставки набрать, вот я и кинула. Смотрите, надо вот так и сзади вот здесь. Да, ну девок дома много. Ну, это, внимание, смотри. Что-то. Тут я уже одну раз, я сейчас ТикТок записывала. Бахилы? Нет. Шапочки. Это шапочки на тарелку. Ну, пожалуйста, помоги. На тарелку? На тарелку. Помнишь, я тебе рассказывала? Одеваешь на тарелку. И мыть ее не надо. Да ну нет, и не нужно накрывать сверху пищевой пленкой, которая вечно заканчивается. И не нужно тарелочками сверху накрывать. И сколько там штук? Слушай, ну посмотри, очень много. Я не знаю, на китайском, может, где-то написано. Ну вот же, написано 50 штук. 50, да? Ну, 100, может. Это Полина хотела очень сильно. Это, показывай, делать яичницы. Тут 5 или сколько фигур, вот с такими... ручками, назовем это так, да? А почему да. Кладешь, палочки? Поднять надо ее. Или как? Ну да, ее, наверное, поднять, да? И хоть это поднимаешь так. И у нас теперь будут яйца в форме сердечек, звездочки, кругленький, цветочек и что-то еще. Держи. Это шеф-повар заказал. Будете завтраки делать. Да. Это шинковать капусту. Я надеюсь, эта штука будет работать, потому что я очень хочу такую капусточку шинковать. И если она, да, так делать. И если она работает, мы покупаем капусту, берем 3-литровую банку, и что? И Анастасия квасит капусту. Я хочу очень сильно. Я только за. Дальше. Вот такие заколочки пришло, было 6 штук. 2 на мне вы только что видели. А я думал, откуда? Видишь на мне заколочки? Да. Классные. Они вообще вот такие видны. Зажимчики мне очень понравились. Также вот такие повязочки, знаете, можно дома даже просто вот, ну, на голову. Коричневая, бежевая, такая кофейная. Ну, убирать как бы волосы. Убирать челку, которую отрезал. Дальше. Это мой чехол один. Да, я там черный присмотрела.
не с таким шнурком, а более такой, знаете, как сумка практически. Но он был раскуплен, и я взяла этот. Не, ну прикольный цвет. И вот этот. Это мне так понравился, смотрите. Сейчас я померю. Такой чехольчик. О, это приятный. Приятный, да. И еще такой нож. Это делать из огурца, из кабачка, такие длинные спагетти. Класс? Да. Ты мне только покажешь, как этим пользоваться. Ну, все, он добротный, тяжелый. Но он был типа дорогой. Но скидка была. Окей, взяла салфеточку, которую мы на даче, знаешь, все выкинули от бабушки. Вот эти вот лаумовские тюли. Угу. А теперь вот нужно на стол подсвечки. Да. Да? Ну, понимаешь, да? Хорошо. Как все меняется в этой жизни, да. Дальше. Это тебе носки. Просто вот эти, зайка. 5 пар или сколько там? Просто белые. Видишь, такие с полосочками. Смотри, какие. Подожди, фокусируемся. Вот такие вот обычные носочки. Ну, сколько выживут, столько выживут. Катушки будут, знаешь, выбросим. Дальше. Фартук я заказала себе. О, потому что меня заколебало просто мою пижаму пачкать, брызгать всем. Но я его примерю. Он очень красивый. Значит, ножку. Он классный, но... Мне большая грудь. И он, ну так, знаешь. Ну нормально. Прикрывает и прикрывает. Но больше он для Милены. А вот я вот не посмотрела. На 1 сентября в школу. Слушай, а может там размеры были? Может я эсочку взяла? Не знаю. Не видела. Ну нормально. И то, что... Нет, это сейчас. И Максимки носки, которые Макс сам выбирал. 3 пары. Вот с такими. Ну я, вот. Я тупо... То, что ты... И то, что он ждал больше всего и каждый день спрашивал нас, это. Открывай. Давай, он сам умеет. Это, ну кто догадается? Гольфы на футбол. Мечтал. Смотри, потяни. Они, вот они длиннющие, две пары. Так вот они. Видишь, они тянутся, они длинные, до колен. Ему же как раз дали форму. Угу. Шорты были большие, пришли. Шорты будут еще шить. А майку ему дали. Он такой счастливый, довольный. И сейчас носки будут. Все, Полин, я уже начала набирать корзину. В этот раз получилось, что тебе, извините, только колготки и яичницу делать. Но это были пробные заказы. Да? Будем делать заказы, будем заказывать, листать, говорить, что ты хочешь. Я уже знаю, что я хочу. Потому что очень срочно надо было заказать. Короче, первый заказ мы сделали из-за чехлов очень быстро. Потом там докидали до бесплатной доставки все остальное. А, только ты в белых носках сейчас дома не ходи. Ты, извините, из-за собаки у нас сейчас все засрешь. Надо за шваброй ехать. Я бы очень хотела сегодня за шваброй съездить. И я не договорила. А второй заказ мы сделали просто за 5 минут. Потому что нашли вот эти носки, и чтобы их никто не разобрал, и цена была, акция какая-то очень хорошая, да, там тикали минуты, тикали минуты, и мы просто уже там что-то закидали. Кстати, ребят, я первый раз вижу такие вот короткие. Да, он хотел именно такие. Удобно? Размер тоже, если честно, наугад, но вроде как хорошо, смотри. Хорошо. Но маломерит. Да. То есть, девочки, мальчики, носки, колготки, все такое, как с любого Китая, мы берем что? На размер. Нам... Больше. Какой размер? На 5 размеров больше, сразу говорю. Ой, завтра в садик, да, их надеваешь? Только, пожалуйста, не ходи в них дома. Хорошо? Ну все, как вам распаковка? Пишите, пользовались вы этим сайтом, брали что-то, не брали, приходят, не приходят. Все, пишите нам все под влогом. Спрашивали, как называется мазь, которую вы Максу выписывали. Вот, 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 девочки, мальчики, вот это оно. Колготочки убери. В пол пипец в бардаке. Полина сделала папе. Это должен быть цветочек. Цветочек. А почему он разъехался? Да, Мишка. Они очень сложно достаются. Доставать было нелегко. Да. Ну ладно. Это пробный вариант. Ты папе хлебушек не принесла, он без хлеба не ест. Это Миша. Слышь, Полин, ну иди сюда. Да, это был пробный вариант. Дальше будем тренироваться. Посмотрим видосики, как они оттуда достают, чтобы ничего не повредить, да? Опа. Все, давай. Ты умница. Будет экспериментировать. Да. Мы валяемся с детьми. У нас сиеста. Полинке там что-то телек орёт, плетет из бисера. Слушаем, как соседи делают ремонт. Да, Максюш? Максим уже надел свои гольфы и ждет тренировку. А майка твоя желтенькая где? Полина все громче и громче делает. Короче, время 3 часа дня, я еще не ела.
утром было некогда, потом что-то тоже то все, видосик снять, распаковку снять и как-то. Но я думаю, надо пойти все-таки на кухню что-то перекусить. А что хочу, сама не знаю. Вот наша бельишко новая. Максим пришел в садик, а сразу заметил, да? Говорит, мама, такое красивое. Сатин. Обалденный вообще. Супер. Как в лучших отелях, да? Кайфулечки. А расскажи, а кто сегодня спал с нами? Пришел ночью, говорит, мне сон плохой приснился. Ты это помнишь? Да? Я говорю, да ложись уже, спи. Че, они скоро вырастут, не будут с нами спать, правда? Надо наслаждаться. Завтрак, 3:30. Ничего еще сегодня не ела, поэтому достаточно плотный. Бекон, хлебцы с творожным сыром, 2 яйца. И это просто зеленый салат, паприка, помидор один. Что у меня здесь? Проростки эти, пророщенные, господи, как обозвать? Редиска, короче. И семечки тыквенные и кедровые орешки. Вот так вот. Буду кушать. И фиг знает. Сегодня я уже, наверное, ничего не хочу. Товарищи, у нас дома тихий час. Все спят. Елена у себя, Полинка у себя в кровати просто лежит. Наш футболист, который уже практически в форме ждал футбол 2 часа, вырубился. Валялся на кровати и вырубился. Кайла спит, и я тут тоже тихонечко на диванчике лежу, балдею. Плохо видно, да? Темно. Через 40 минут буду будить уже мальчишек, и они поедут на футбол. Так, мальчишки на футболе. Кирилл придет, расскажет, что Макс сегодня не очень хотел идти. Не знаю, почему. Там тренер какой-то другой. Наш офигенный тренер, но он в отпуске. А тот, короче, какой-то... В общем, Кирилл расскажет. Приготовила Кириллу погреться макароны с мякотками. Максу, ну, конечно, он это не съест. Дай бог, половину из этого он съест. Ладно. И делаю себе на ужин все-таки салат. Ну, и Кирилл заодно. Я думаю, что он тоже будет. У меня еще зелень есть немножко. Овощи накромсаю туда. И креветочки сильные, просто обжаренные. Сижу в салат. Потому что после того моего супер завтрака уже 8 почти. Я не ела еще. Но чувствую, что лучше я сейчас перекушу что-нибудь полезное, чем начну перед сном что-то хватать. Салат называется «Положи в него все, что было в холодильнике». Перец, помидор, зелень. Огурец не добавляю. И здесь апельсин. Нормально. Мои креветочки уменьшились. 99 раз стреляют, прыгают. И вот думаю, может, сыр фету сюда. Или уже лишнее, да? Да, я тоже думаю, лишнее, не нужно. Не знаю, чем заправить. Я бы сделала йогуртовую заправку, но у меня нет йогурта. Опять, наверное, бальзамическим полью и все. Соусом, кремом, вернее. Красиво, да? То, что кажется. Брызну оливочем. И все время спрашиваете, какой я беру. Я беру любой. Сейчас у меня такой. Такой. Ну, это одно и то же, да? Одно и то же. И такой. И, в принципе, главное, чтобы это был крем, а не уксус. Понимаете? Что уксус, он такой жидкий. Все. Все поужинали, было очень вкусно. И теперь мы пылесосим. И так, постоянно. Да, смотрите. А, сейчас не видно, да? Ну, вот такая вот шерсть везде. Ну, ничего, сегодня я только в тот первый раз пылесошу вечером. Ничего страшного. Мы видим твою футболку. И вещи постирались. Нужно обязательно мне их сейчас повесить. Что? Это ваши фантики какие-то. Детскую кто из вас будет пылесосить? Нет, нет, нет. Давайте, давайте. Каждый под своей кроватью. По-другому никак. У нас не работает. Только так.
Так, мы с подругами идем гулять. Время позднее, 9 вечера. Ева, 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 ну-ка иди сюда. Пойдем. Господи, как у нас темно. Ну, это я со вспышкой снимаю, чтобы вы понимали. Пипец. У нас во дворе очень темно, я считаю. Я даже не увижу, сходила ты по-большому или нет, звезда моя. Пойдем туда под фонари. Под фонарь, вернее. Кайла. Написали вы, что с животными влоги стали разнообразнее. Ну, Кайла поживет с нами, потом не будет ее с нами. Буду Еву вам с Марсиком показывать весь влог, раз вам так нравится. Я не знаю, ну, блин, на самом деле, все ли любят смотреть на чужих животных? Это, знаете, это как с детьми. Не все любят смотреть на... Ева, 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 Ева! Ева, Ева, Ева! О, где Ева? А, вон она бегает. Это, знаете, ну, как с детьми. Мало кто любит смотреть на чужих детей, на самом деле. Ну, так, чтобы искренне и прям интересно было, знаете. Ой, ну что за потемки? Ну да, ну да. Вот прям вот в эту, да. Кайла? Да, да, прям в лужу в эту надо было. Сейчас я же каждый раз лапы моем ей после похода на улицу. И вот сейчас, наверное, и пузо уже мокрое, да? Ева, иди сюда. Ну вот что я хочу сказать, что не все любят смотреть на чужих детей. Бывает очень интересное что-то, там, семья, не знаю, влоги, видео. Но как только перебор с детьми, это неинтересно. Не знаю, или, не, ну, короче, как вам кажется, напишите. Также я думаю, что и с животными. Потому что если вдруг я смотрела какие-то влоги, и мне было бы что-то очень интересно, семья, допустим, их быт, там, как у них день проходит. И если бы все 20 минут показывали бы зверей своих, ну, не знаю, смотрела бы я или нет. Не знаю, не знаю. Кайла, ну, честно, вот без Кайлы я бы не пошла уже никуда, да, сюда. Просто. Вот наш дом, если что, с окошками светится прямо. Тут у нас частные домики. Тут тоже. Тут тоже, а там уже лес. Одна бы я уже не пошла. А с Кайлой не страшно. Ну все, товарищи, вот на этой прогулочной ноте меня вы уже не увидите сегодня, потому что темно. Будем с вами прощаться. Увидимся завтра. Пока!